наскальные рисунки. У доисторических художников жизнь тоже была не малина. Вырезав в глубине пещеры ножом на камне сюжет, творец приглашал старейшин. «Так», — говорили старейшины, кутаясь в шкуры и вглядываясь в изображение. «Что? Сцена охоты?» «Она!» — ликовал художник. «Самое главное! Чем живы? Вот мамонт бежит, а вот мы с копьями». «Верно. У нас, значит, полная свобода творчества. Так, но копья почему так крупно? Видна конструкция, это запрещено». Художник мрачнел. «Копья соскоблить, нарисовать палочки», — начинали диктовать старейшины. «Его порядок воинов тоже нельзя, тайна племени, число людей тоже». «Да уберет этих двуногих», — советовали художнику приятели кроманьонцы. «Оставь одних мамонтов». «Сколько можно?» — плакал художник. 3000 лет рисуем только мамонтов да быков, а брыдло...» «Как знаешь. Между прочим, сегодня будут давать козье мясо по спискам. Соскоблишь или нет?» Художник скоблил. Первобытное искусство несет в себе парадокс. Точные знания анатомии животного и полное неумение нарисовать себя, демиурга, человека, восклицают с кафедр ученые. «Они витают в империях, не знают простых причин».